Репортер телевидения немецкой волны Михаэль Виге продолжает знакомить вас с достопримечательностями Германии, самой прекрасной страны мира. Предлагаем вашему вниманию очередной сюжет из туристической серии «Das schönste Land der Welt». Сегодня мы отправляемся в восточногерманский город Айзенах, чтобы заглянуть в один из самых знаменитых немецких замков – Вартбург. Этот замок возвышается над долиной уже почти 1000 лет. В начале своей истории он был одним из важнейших центров власти Священной Римской империи германской нации. Позже Вартбург превратился в место, где находили приют и защиту поэты-художники, гонимые и преследуемые. Вартбург – замок легендарный, уже хотя бы потому, что в нем жили такие знаменитости, как Лютер и Гёте. Почему Вартбург называется Вартбургом? Это замок, который веками ждет на горе. Здесь крепость на горе стоит, есть такая строчка. Возможно, оно происходит от Хоэ Варте, наблюдательной вышки на горе. На самом деле все просто. Слово «варт» — короткая форма от «вехтер», то есть «стражник», «часовой». Стратегическое положение замка позволяло успешно отбивать все атаки неприятелей и выдерживать все осады. В наши дни Вартбург осаждают исключительно туристы, по 400 тысяч из года в год. Почему из всех немецких замков вы решили посмотреть именно Вартбург? Учительница заставила. Мебель, обстановка внутри классная. Некоторые из помещений замка дошли до наших дней в своем первоначальном виде. Очень хорошо сохранился дворец, главное здание замка. Он считается одним из самых прекрасных памятников романского стиля к северу от Альп. Чтобы понять, как раньше жилось в замке его хозяевам и слугам, я целый день проведу вместе с одним из его смотрителей, отвечающим за водоснабжение. В качестве подмастерья я смогу заглянуть за кулисы, то есть туда, куда обычных туристов не пускают. Итак, приступаем к работе, а заодно изучим историю водоснабжения Вартбурга. О жизни в замках многие имеют романтические представления. Так ли это без нынешнего комфорта? Жизнь даже знатных его владельцев особым уютом не отличалась. Даже в помещениях самого графа вода из трубы не текла, даже холодная. Ее надо было приносить и греть. Не хотел бы я жить в это время. Этот огромный резервуар для воды появился в замке только в конце 19 века. Зачем нужен смотритель, отвечающий исключительно за водоснабжение? Вартбург – замок автономный. Он получает воду по 26-километровому трубопроводу. Источник находится в Тюринском лесу. Вода попадает сразу в эту цистерну. Посмотрите, какая она большая. Кто-то же должен следить за всем этим. После первого урока в качестве водопроводчика Вартбурга я наконец-то могу насладиться прекрасными видами и прогуляться по замку. По нашей традиции расставляем оценки. За отличную сохранность тысячелетний замок получает 4 звезды из 5. За культурно-историческую ценность все 5 звезд, в особенности за классические концерты, проходящие в Вартбурге, хотя я больше люблю гитару и электронную музыку. Водопровод получает от меня 3 звезды, так как с его помощью можно наглядно познакомиться с историей замка. И еще 3 звезды за аутентичность. Несмотря на все трудности и неудобства жизни в таком замке, он мне все-таки кажется очень романтичным. Но жить я здесь не останусь, а продолжу мое путешествие по самой прекрасной стране мира – Das schönste Land der Welt.